Давай буду нахуй. Так, что, через подвал пойдем? Нет, на коня надо зайти, на Мороза. И потом уже, блядь, на смотрителя. Там и на Деву можно заскочить. Там... Мы за 2 часа успеем. Да, и оперу еще можно заскочить тоже. Чё, не, оперу нахуй не надо. Откатился шкаф. Так, ну-ка, трепет-то поставить. Для танка брони держит, ёбаный рот. Хуёвый танк, сука, Фир. Ёбаный рот, зачем ты в рейд завёл? Это не он, это я завёл. Сейчас моба это убьем, поставь шкаф. Мага с ДК сумма. ТТ уже началось, дай бог. Бар, ключи на АП. А, ну я вижу, крик есть. Блин, у нас единственный вагон маг. Ну сейчас посмотрим на коне как раз ДПС. Первый будет только макафо, это стопудово. Маг, поставишь, пожалуйста, столик? Маг, ты в дисе, плюс они что-нибудь речат. Сумануть его надо. Вроде сумонил. Ты скиллованный маг? Ну, в смысле, крутой? Тактики знаешь? Зачем ему тактику знать? Мне это уже нравится. Вот когда так он либо бьет, либо ей лежит. Давай, засуманиваешься, короче, столик мы берем, жрем. О, видал? Все, блядь, скиллованный челик. Хоть даже и 5к даешь, похуй. Я на хила, если что, ролю. Ага. А я на кота. Это я помню. Что, а я, короче, самая наглая морда в мире, блядь. Сука, волонир только осталось сделать. 4 штуки еще, блядь. А кто сейчас хилит? Бейте мой... А какой твой таргет? А на какой бог пошлет хуярь просто? Я гроу мне скидываю, чё шамана. Я скинул, чё вы говорите на меня? Меня-то грома не спасает. Ебать вас, заберите, заберите ко мне. Про товар, блядь, алло. Где там вмешательство в лока, в кенда? Кто там по грову вас? Кенда пиздит. Про товар вылетел, алло. Про товар они пиздят, нихуя. За 2 часа не успеем. Катя, Катя, вы тут? Может они вылетели, блядь? Надо понять. Ну хила нету от нее. Нет ее, походу. Стойте, это самое. Не, ну, Ирал скажет, а мы давайте СС, я хочу, я тут не при чем. Ну, походу вылетели эти пацаны, блядь. А, сын, что-то с интернета. Да. Да, подождать, значит? Да, подождем. Да-да-да, ждите, сейчас все почему. Я смотрю, хила нету. Танк не там, типа. Хотя они не там, то есть. Ой. Так, давай пока посмотрим, пацанов. То я такой хуйней давно не занимался. Так, ДКшник. Вот это, конечно, блять, странный этот самый. Бля, откуда вот люди такие сокеты берут? 8 пробивания брони, бля, 12 выносливости, что это за хуйня вообще? Это БКшные, по-моему, какие-то, нет? БКшные? Ну так нахуй они нужны? Это попутные сокеты. Так. Я на ДКшника давно не заходил, зашел, смотрю, принес. Так, вара, я не знаю, что за вар. Фурик. Так. Точность не взята, видать, с меткостью дохуя. Перекап, наверное, какую-то. О, слышно? Слышно. Да, сути, да, да, да. Все, все, интернет починил. Сейчас захожу в игру. Я обычно беру себе тактическое превосходство, потому что люблю свечить стойки. Не знаю, зачем здесь улучшенное кровопускание, но, по-моему, только в Т5 появляется. Ну, здесь обычно. Смысла вообще с него нету. В ПВЕ. Фурики. Да Т5. Ну, короче, улучшенное кровопускание хуйня. В
парирование, если уж так хочется, два можешь кинуть, а вот три тактическое заебись, и рывок заебись, начинать бой, когда еще не с боссом, когда на трэше улучшенный рывок, через боевую начинать, рага прокает, меняешь на берсерка стойку и хуяришь. Будет побачен. Кстати, опять на этом КД этот нот чумной. Я эти делики, ну, виклики не делаю вообще ни разу, нахуй. Ну, как делал, блядь. Когда вот рейды начинаются, блядь, вот у меня персонаж только в десятке годен сразу, все, мне похуй на все делики, блядь. Я лучше, сука, месяц его буду одевать, там, 30-й шмот, там, блядь. Хожу. Да не, мы тогда ради Войтвара ходили, заодно делали квест. Mm-hmm. Конечно, я бы тоже не пришел. А что, Валера будет сегодня, нет? Сказал 50 на 50. Он не может никогда сказать точно. Ну это да. Мы тут это думали, размышляли, как же так, блядь, подкаблучник, типа, я говорю, блядь, откуда ты знаешь? Говорю, муж, у него жена там, ну пиздец просто, ну мега охуенная. Не это, не грех подкаблучником. Да, блядь. То есть вообще, ну такое может быть, как бы тут. Член до колена уже. Нормально? Трансгендерный. Может, она красивая. Может, какая-то это у нее особая. Для него 100% красивая. Попробовал бы он думать по-другому. Ну, помимо какой-то мега охуенной красоты, ведь есть другие вещи. Там, может, она борщ готовит такой охуенный, что вот он не в силах. Постели богиня. Может, да. То есть, ну, он не готов променять это все. Но этого я не могу вам сказать. Короче, об этом мы можем гадать вечно, пусть это останется тайной. Ребят, ну вы да, походу гоните совсем. Вам бить крушить надо, да? Да. Да. У него просто жена с играми никак не связана, поэтому только так с ней. Осторожно в этом плане. Прикинь, посадят потом жену на игры, блядь. Будем ей волонир собирать. Она и так там потихо в фазмофобию всякую хуйню играет. Ты в Кенда-то чарж делаешь, блядь? Для кого там? Да пошли вы нахуй, блядь. Вы чё, блядь? Я рвёте здесь с пула, блядь, начинаете дамажить, рвёте охрой, я ещё должен в чарж вас делать, блядь. Ты должен крутым протоваром быть. Ну-ка, чё тут выпало? Да, сейчас прям. Я нубик, блядь. Ну, погнали. Энхов с РП собираю, да? Ударную волну почаял, проебал. Пацана. Вы проебали, не я. Упал ДД, виноват ДД. Смотрите, это, ребята, вот вы в 10 сейчас все. Тут как бы танчит про товар, это не ДК, это не паладин, это не Мишка. Это такой класс. Это лучше. Это лучше, блядь. Лучше для кого, блядь? ШП это самый лучший танк. Чтобы никто не падал, это нужно ему давать много времени. Прилично нужно времени давать. Суть в том, что я бью одну цель в его штабе. Конь на хиле. Заходи сюда, не могу через стенку хилить. А, сюда, Грона. Пизда. Да чё я у мески? Ну да, тучка-то заебись, конечно. Так что... Я не тучку, у меня, блядь, вот. Вот эти вар там кто... Смотрите за дамагом, особо сильно не разжигайте там. Это где конь, сука? Лучше не сдохнуть и убить там на 10 секунд позже, типа... Больше времени не надо про товару, там 10-15 секунд дайте ему. Вот этот конь должен его пиздить, он пиздит вас. А если вара не пиздит, у него нет ярости. А нет ярости, нет агро, блядь. Как тут... Кенда кони любят. Тут порочный круг, как бы. Просто Кен чуть-чуть подамажил в одного, значит не дамажит другого. Вместо про товара мы хилим остальных. Вот такая судьба у протовара, понимаешь? И это только начало. Это, видишь, это мы все еще понимающие люди, блядь. Пойдешь куда-нибудь фугареть, блядь. Да ну нахуй понимаешь, чего мы с Валерой сюда пришли. Они такие, блядь, давайте сорвем у Валеры. Свои же.
Тут действительно, как бы, если было бы, допустим, если бы Шепард был. Шепард, я где-то онлайн, он в Толгороде, блядь. Ну ладно, и так пронесем, чё. Так-то пронесем, ну. Ты накидывай бдилку на Кенда, а не на меня. Мне есть чем скидывать и засейвиться, ему нечем практически. Ну, у меня бдилка на варе сейчас, он там по агрессии там нормально набирает. Он просто в кучу бед рассекаешь. Охуенно. Здорово, блядь. В этом коней, бля, я тут посижу. Пил сейчас отвалится. Можно масло бить? Спасибо. Да. Уярь. Бля, ему. Куда она? Я еще в феру стою, блядь, тотем трепета нету, блядь. Есть. А ты антифир свой прожимай. Куда моб ушел, бля, ебало? Забери с меня моба. Там некоторые это? Мобы не таунтятся, по-моему, кони эти ебаные или что? Не-не-не, всё. Таунчат все, кроме вара. Угу. Да, да. Так что судьба про товара, она трудна, нахуй, ебаный рот. Я сам это знаю, блядь, весь контент не прошел. Ну, конечно, когда были на пуле, да, когда нет. Да. Не-не-не, сам прикол то, что вот вроде все на мне, стоит только мне фир уйти, все, сразу все сорвали. Ну, ясен хуй, блядь, ты должен бить по КД, блядь. А такое не всегда получается. Этот, шаман релогается или вылетел, что там? Офиг его знает. Так, по-моему, тех за стенкой не обязательно, да? Чё с шаманом там? Лисий, да? Темный шаман. Дайте рибах. Габапи, бразилец. Блядь. Брат смотрит стрим. Это понятно. А шаман Лисий тут есть, да? О, я хочу включить стрим, повъебываться. Короче, брат, у тебя два стрима теперь. Три, ладно. Блять, писал что он в чат? Нет, ну-ка. Чё-то не видно, ничего не видно. Нахуй вы на меня метку поставили? Ну что же, вылетел, нет? А ты вылетел, я поставил. А-а-а. Я тоже нахуй её убрать. Здравствуйте. Здорово. Ты шаман? Я шаман. Да, ты шаман. Ты это заходишь? А, да. БТ-тестер, который. Тут эта проблема будет. Вы точно сорвете, сука. Которая хуйня не таунтится. Конечно, сорвут, блядь. Если будут бить. Подавана, у вас там нет. Бля, да это же интернет. Не Шепард, это же вообще другой рога. Кого? Че у нас? У вас там не ТТК интернет случаем? Не-не-не, у нас подряд. У нас подряд. А то у меня тут ТТК тоже решил отключиться просто. Владивосток решил просто вырубить интернет всем. Так, что я хочу сказать? Проверка и пуляем. Подожди, а рыбу поставишь, нет? Или жмот? У меня нету. Дайте рыбу. Вроде как. Жень, давай рыбу ставь. Слитки сиранита. Валера рыбу с банка забрал, чтобы я не тратил. Да нафиг вам рыба. Женя, Катя всегда ест. Все, иди пуляй быстрее, агро набирай, пока они тебя не набрали. Так, что, надо забафаться, да? А всё, что бить? Уже можете не бить минутки три. Тайно летит. Он пока переведет там этого коня, нахуй. Конь появится уже. Под жопу не будем вставать? Вставайте, конечно, обязательно. Вот под жопу вставайте. Чтобы этот конь ебаный на пол инста не бегал. Вот, теперь второго коня забираем. Набираем, а, в смысле не коня, ловчего. А кого надо бить первым, я забыл, полночь? Да, коня. Так, тут проклятие будет, я подиспелю. Хилить нету вообще. О, сейчас проверка ДПС. Вар идет 7к, 10к типа нида. А, ну это две цели сейчас. Да ёпарас это. Ну-ка, как с панида идет ретрик, надо чекнуть. Так, проклятие. У меня Вовка крашеного, гайс. У шамана? Да. Ну, тебе же не надо ничего с первого босса, да? Так, пуха хуевая, конечно, надо чупа-чупс тебе.
Триня заебись, вот это с мастерством хуйня. Мне кажется, по-моему, 245-я ЗОД лучше будет, чем это. Но если мастерства нет, то можно и так. А ты, Степани, да вообще тоже весь контент шаришь, да? Так, тут... Немножечко. Немножечко? Это как, типа, в WoW играешь сколько? Меньше года, что ли? Да нет, лет 5. А, лет 5, нет, заебись. По-моему, на 25 фаза, да? 25 и коня, и будет фаза. Все, проверим. Кента, ты пошутил, что ли? А что ты проклятие стихи не кидаешь? Какой она хурок? Тебя тут никто, кроме тебя, не кидает. Я думаю, где мой ДПС, ебать? 13% наших проебываешь. О, Геру только дали. Кен, кинь проклятие стихий. Наш же ДКшник не Анхоли? Шутник на кинь. Нет, я просто. ДК, у тебя только ДД спек? Да, у меня только ДД спек. Скину огром. Ну, кстати, слушай, а сейчас агро вообще хуёвое что-то. Ну я не знаю, что делать. Стопайте все ДПС, потому что, блять, вас будет пиздить конь всех. Да, пускай Франкелла как-то наберет, блять. У него 170, у вас всех по 270 уже, блять. Вот, видишь? Вообще выкинуло, блин. Не бейте вообще никто, пускай Франкелла наберет агро, блять, на этом пилере. Ну будет босс просто вас всех пиздить. ДКшник, все стопните дамаг. Короче, обнуляю рекаунт, смотрю, кто бьет. Сипанида бьет, Ракамукафо бьет. Я стою. Мы меня... просто смотрим друг на друга. У меня доты тикают. Давай. Накиньте пока эти... бафы по вару. Че, можно бить? Все, он на первом месте. Ну, не, я не бью уже. Сделай вмешательство в Ракамукафо. Ну, да не. Да я 2 раза дал в него. Я прям давно уже не бью. Вот, все, босс на нем. Все, теперь всё бейте. Теперь бить можно. А так. Еще я не бухал, сука. Ну и смотрим сейчас, кто как набирает. На ком у тебя бдилка сейчас? Сейчас на Кенда перекинул. Ага, ну и все, пускай будет. Ну и все, по сути, вот так тебя не догонят сейчас. Я говорю, там время надо давать прям. Чтоб у всех бы этот оман был, просто люди, видишь, не знают, нахуй, нихуя не понимают, долбятся, блядь, кнопки свои. С Рогой было бы проще. Или с двумя рогами, ебать, вообще бомба с двумя рогами. Да не, я что-то передумал насчет Мороза, ну нахуй его. А у тебя какие трения, ну? Кисти! Дайте перчатки с ловкостью. ГЦ. Кто у тебя их забирает? Кто не забирает? Пошли тогда этот самый подвал через пауков. Да, нахуй. Мороз? Я потом что-нибудь придумаю. Бутым очищение. Там надо будет. С огорода возьму треньку на парирование. Вообще она на рейтинг блока. Ну похуй. Так, я влетаю. Делаю вот так. Тут смотри, потом... невидимые мобы. Да, я их начинаю бить. Бета-тестер, ты тут это в игре? Да. Очищение тотем ставь. На свою пати, чтобы снимала там яд некоторые пауки. Окей. Тут пачки 3-4. Варчик, Габа, дай, пожалуйста, перчатки. Я за ними только шла сюда. Габа, ты тут? Он написал в чат. Ладно, спасибо. Тут по левой стенке. Ну, давай я пачку приведу. Ну все, Кать, можно ливать.
Не, надо же до конца дойти. Спасибо за перчатки. А что у тебя на коте? Сколько кусков? У меня 4 куска, но мне надо плечи сейчас. И я как раз вот эти кисти поставлю. Будет прям вообще клёво. 4 куска, говоришь? Да. Осторожно, жуки разбегаются. Опа. Там жуки есть невидимые. Ну и маленькие просто. Вы сейчас все сорвете, вы что делаете? Ой, давайте блин, поступим. Вы что? Я вообще кутал сидел, никого не бил. Первый раз такое ощущение. Ребята, агрессию надо давать набирать. Я могу зайти на ДК, но босса одного убили, не хочу вешать КД. Это, вы если вы зашли, то выйдите обратно. Выйдите, потому что пауки должны на место убежать. Все, теперь заходите. Там с пачками поосторожней, там, во-первых, маленькие невидимые мобы стоят. В смысле, они видимые, но они не подписаны сверху. Да я знаю, это я все знаю. Что, первый раз, что ли, здесь? Да просто люди, просто по... им похуй. Такое ощущение, как будто, блядь, а, бить, крушить, нахуй. Бля, вот ты сядешь на ДДшника, вот ты захуй. Не, блин, ты, ну... ты пойми, людям не похуй. Ну, людям не похуй. Вот эти все вещи простые, это объясняется все не то, что один раз, и все, ты понял сразу, это объясняется по КД. Потому что, вот я не знаю, сколько ты играешь, сколько вы с Катей играете, но сколько я играю, блядь, вот за эти десяток лет, блядь. Мы в ЦЛК как ходили, и как тактику людям рассказывали, так и рассказывается на по сей день, блядь. Хотя ее все, ну, как бы знают, нахуй. Ну, дело во внимательности еще. Вот я сейчас... не знаю, я в ЦЛК вообще не был. Вот про товар прибежал, танчит мобов. Раньше нас. Это заебись. Валера говорит ему это, копыта бы убить Навара. Может как-нибудь исправим его потом? Может, только у меня тут уже на 3-ти КД. А копыта это что? Это только что мы убили. Копыта мы 100% пьем. Копыта это где кондёр падает. Да, в этой инспекции. Там плащик. Да, он ему плащ нужен на танк. Мне тоже. Тебе тоже нужен? Давай. Не, ну ему как бы он нужен тоже, потому что плащ-то заебись, он с дыркой, он за счет этого заебись. А вот ты и Валера хочет, типа, чтобы туда блок что-то вставлять, да? Да, да, заебись плащ. Подаван, тебе так нужен вот... плащ? Ну, мне вообще вы все шмотки танковские забрали отсюда. Тогда я ему еще напишу, что он мимо. Так, можно же отдельно... Это типа было предложение, чтобы ты ему уступил, Вадик. Да, я понял. Да не, например, я бы там вышел, еще что-то. То есть он никому не нужен был. Мне просто самой, типа, шмотки просто фулл РБК. Можно еще пару сходить. Я понял, но на этой неделе мы и ВК-25 тысяч на нуба не будем тратить, что Валера там не успевает где-то 500 блока собрать. Я тоже паладина делаю, это блок ебаный. У меня там все в триню с Толгорода упирают. Ой, зря. А вы рвете, ребят, ну рвете. Просто с АОЕшками осторожно, дольше давайте времени на это. Вот там. Пол хп снесли. А ты фрост-стойку включил? Какая фрост-стойка? ДК, ты фрост-стойку включил? Включи фрост-стойку, пожалуйста. Да, включил. Рун нету, подождите. Давай, давай. Пхильте... ДК, блядь. А ты идешь, меня забереть. Вот килы, блядь, забежали прямо в этих нетопырей и сало лутают, нахуя? Не, я просто забежал. Да съела, мы не в сале были. Все, захиливаешь? Я в оглушении, не могу ничего прожать. О, понятно. Дал эту. Все, сейчас захилю. А че вы не встаете? Вы уже добежали. Я думал, это тонкие какие-то нетопыри, блядь. Это как серьезные. Серьезные ребята, блядь. Серьезные ребята с серьезными намерениями. Блядь.
Да, блядь, паладины в дефиците всегда. Женя, если ты попробуешь на этом КД найти какого-нибудь авой твара? Авой танка. Хорошая идея, кстати. Можно тройной. Можно попробовать в чате поискать. Типа убить его не проблема. Конечно. Нет, только не его, он с Godfather ходит, пошел он в жопу. В смысле, мне он Валера скидывал скрин, как он в общем чате пишет. Пойду и ВК-25, типа, вот. Не знаю, он мне вот на днях писал, что с Godfather ходит, и им облачко, которого мы к себе в гильдию забрали, он ушел оттуда. Он им запокапил к этого 50 из 50. Короче, его, походу, даже в своей гильдии не берут. Ну, потому что на помощь ты говорил, как на него горят. Там вообще ужасно на него горят, нам Женя говорил. Ну, который к нам пришел. Бля, ребят, вот сейчас будет трэш. Пожалуйста, дайте набрать агрессию. Ну ты, походу, что-то делаешь не так. Да. Вот, качни вара, пожалуйста, сделай протика, и потом что-то говори. Вот я хотел как-то вара, ну... Ну вот, коль у тебя есть желание, делай. А кто это? На ДКшнике кинул лужу и все. Да у меня есть танк, понимаешь, что им лень играть. А кто это хочет качнуть? Я говорю, я хотел, но что-то передумал. Ладно, я хотел. Какой у тебя ник в игре? Кент. Кент? А, да не стесняйся, качай. У тебя типа да есть второй перс? У меня есть танк. А какой там там? У меня пал один. А, ну, пал заебись. Пал он чем вывозит? Тем, что у него немножко больше рейндж способностей. Типа издалека трэш, потом лужа такая приятная. Лужа, которая постоянно, никак увара, ударил удар грома, блядь. Кого-то не задел, ну и иди нахуй, блядь. Ну, блядь, удар грома, видишь, его тоже юзать правильно надо. Его и по КД стараться надо юзать. Ну и да, пока... только ты освещение кинул и забыл. А тут ты, блядь, такой смотришь, блядь, еще не все подошли. Нельзя давать да, удар грома. Таунт, который, он, во-первых, не массовый, он на 3 цели, по-моему. Вот если на мобе, на каком-нибудь там, допустим, на Рокомакафо 3 моба сидят, и ты нажимаешь паладиновский таунт, он 3 моба этих снимает. И КД у него 8 секунд тоже. Вот это в паладине хорошо. В плане трэша вот этого тончить. Это хорошо прям. Ну, про товары другие плюсы, как бы. Конечно, он на пружинках крепче. Да у паладина, блять, сам факт, что у него ревность не есть. Пал он, типа, это, плотнее в обычных условиях, то есть, первомоментно. Но на пружинках у него слабее. Ну не скажи, не знаю, прожимки тоже упало. Они все одинаковые плюс-минус танки. Вот ДКшник. Ну, как у танка, ой, у вара, сколько там? 60% дает? 60. А символ берется в обязательном порядке здесь. Потому что если у тебя будет 60 плюс взятые 2 таланта, у тебя будет 4 минуты КД. А что такое 4 минуты? Вы первый раз тут? Встаньте возле стенки и ждите, я все сам приведу. Верните звезду. 4 минуты представь, прожимка. Плюс у вара. У него постоянно блок щитом прожимается. Ну, блок щитом тоже 40 секунд КД. Ну, там они равносильны примерно. Это 4-9, ебать, там, или 2-9, когда снижается, охуенно. Да, Т9, там, конечно, заебись. И напала прям бомба. Т4, он вообще, блядь, как еще 10-й ДП эти. Но в любом случае, ДКшник, как МТ, он просто будет топовый. Он... Ну конечно, это без блядь, спорта. Это пиздец вообще. Он... Вар только станер, он даже не от танк, он просто станер. Вар, да, он такой контрольщик. Ну им можно, все равно можно пройти, просто под все эти классы... Так и проходил. Пройти все, весь контент, все это можно. Блядь. Я Карогер танковал. Да, я тоже танковал. Всеми четырьмя танками. Вар вообще мой любимый, охуевший танк. Вар, да, заебись. Просто что, блядь, на него рейд работает. Вот если ДКшник идет в рейд, то он работает на рейд. Грубо говоря, ДКшник рейду дохуя что дает. Он и крутой танк, он и бафы двойные дает, блядь. Он и истерию дает. Ну, вообще пиздец, просто бомба, блядь. Героический да, класс. Да, бафа, потому что гибрид дает слишком заебись. А про товар, он как бы кроме своего ЧСВ нихуя не дает. Он просто, блядь, говорит, дайте мне на пул, дайте мне каплю по КД, блядь. Дайте мне оверхил, блядь, 100к хпс, нахуй. И тогда все вроде бы заебись за протовара. Ну а так как бы, когда на пула нет, надо, да, надо ему время, блядь, давать. Зато стан масса. О, сейчас мне пизды вали. О, красава, в тучку ушел. С тучки хуярит, смотрите, ебанутый. А я тебе еще эту жабу кину. А ты еще в подчинении в меня бьешь? С тучки нахуй. А? Слабо?
Жабы нахуй. В починении. Это воля к борьбе. О, вот этого пацана я уже не смогу. Ну за шо? Ты сильно близко... А, ты женка, тебе по-любому стало близко. О танках можно говорить вечно, блядь. Угу. О хилах тоже. А ДДшники пошли не нахуй, блядь, я ебало не говорить. Ой, заебись еще раз. Кот, на этот разбьешь. Он с Степанином. У меня-то призрачных хранителей пьёшь. Вы меня влетели, вар. А чё ты бьёшь? А чё ты бьёшь моих? Ебанутый, да? Сижу, кнопочки тыкаю, еблан, блядь. Да ладно, Жень, чё ты агрессируешь? Я же любя. Не надо пиздить людей, блядь. Это же время, блядь, им потом бафы давать. Пизда тебе, возьмёт тебя под контроль, нахуй. Ой. Я когда на X2 выпустили Т5, оно у протовара было еще. Там, я не помню точно, как механика была, но там было такое, что ты тыкаешь это, кровопускание, оно какую-то хуйню стакает. И, по-моему, бьешь казнью, блядь. Что-то там через казнь было. Короче, когда ты бьешь казнью, 100 или 150 или 200% нанесенного дамага казни. Не бейте АУЕ, АУЕ не бейте только. Оно, короче, переходит в щиток. Вот. И этот щиток, по-моему, он не стакался. У ДКшника там что-то просто стакалось, а у этого не стакалось. Но там казнь била, блять, по 15 тысяч. Короче, там абсорб был, ну пиздец, короче, по 20 тысяч, по 25, блядь. Вот. Я там соло про товаром этим 4Т5 танчил, блять, Джайну, блять, которую пиздец, там только дамага было. Халеона во тьме танчил, ебать, я так радовался, а потом взяли, переделали, блядь, про товара, нахуй. Ну, сука, вот, я говорю, ну, наконец-то, говорю, ебаный дезурон, блядь, догадался сделать несчастного про товара, блядь, я думал, все, пиздец, говорю, топ-танком буду на серве, потом он, сука, переделал, блядь, негодяй, сука. У него каталогика тупая. Слабые классы унижать еще больше, блядь. Да, вообще пиздец. Не, ну потом, не, честно сказать, они как бы равны. Все танки в Т5, они равны. Единственное, что вот в плане, если ты смотришь для сбора рейда на 25 человек, то Мишка, он тебе, грубо говоря, нихуя не даст. Он на груз держит, все, заебись, живет хорошо. Но он, сука, нихуя не делает. Чтобы дать иннер, это надо с формы выйти. БР тоже самое. Он, блядь, на рейд. Хоть бы додумался, сука, на рейд какую-то хуйню, типа ШВ, там, ну, дубовую прожимаешь. Мишка допустим. Дает 5% снижения этого брони. Это лапка, типа, так она, блядь. Нет, звездный огонь. Звездный огонь. Это ты бы. Ой, пиздец. Ну бы, блядь. Ну, блядь, ходячего. Это где? Это в каком комплекте? Да кот и Мишка должен давать это. Как она, не помню там, что звездный огонь. Ну, волшебный огонь, волшебный. Это лапа. Ну, да. Я поняла, о чем ты, Женя. Да, это уменьшает, типа, этот на басах. То же самое, что вар должен минус армор настакивать, в принципе. Ну, так это любой друид дает. По-моему, и совинная так. Больно, он их ХД вешает нахуя мне, например, на коте эту хуйню тыкать, у меня есть Мишка. По-моему, сова ту же самую хуйню. Ну, волшебный огонь ослабляет броню на 5% на 5 минут. Это, короче, ну, ради этого не берут его рейд. Ну, как бы, берут, ну, он просто жирный, это самый жирный танк. Жирный, да. Не, ну он имеет место быть, но в плане того, что другие танки, они, ну, тот же вар, я не знаю, тоже особо для рейда ничего не даст. Ну, например, там крик на ХП, блядь, что он может там. Отражение заклинания в ЗС, когда идешь. Мишка криджи дает еще. 5%. Ну, да? Ну так это и фурик, да, дает, и это. Не вставай. Не вставаем, поднимем. Ну, по телу резь. Он встал. Так можно про любого танка сказать, что он нихуя не дает, если его заменять. А в сравнении с этими бичами, блядь, ДК что дает? Он дохуя бафов, он топ танк просто, это безоговорочная хуйня. И все и его бафы может другие люди дать. А паладин, да, блядь, паладин вообще уникальный. Паладин получается топ танк. Потому что он, блядь, дает баблы, хуяблы, капли, сальвы, блядь. Он просто танк и ассист, блядь. Охуенно. Че по телу, как я хуй знаю, тело не вижу нихуя. Поднимаю. Бегу. Да я поднимаю уже, стой. Да не поднимешь.
Кто сказал? Должно было. Тяжелый, да? Админ просто. Админ потелепортировался. Читер. Как это? Через щель тогда просочился. Опасно, через щель просачиваться. Потом алименты платить, сука. Так что, Жень, попробуешь завтра Войда поискать, типа, ну, танка или пофиг? Ну, поищу, пока буду народ добирать. Ну, нет, так нет. Я считаю, что мы в принципе не готовы особо к одному. Если я просто тоже буду... думаю, да. Ну, попробовать-то стоит. Ну, в нашем танке можно править. Да, попробовать можно. Просто там ДПСик как бы тоже нужен, охуенный причем. Да, да, да. Потому что когда ДПСик маленький, бой идет дольше, отхиливать надо дольше, блять, времени, метки держать. В последней фазе, потому что уже разваливаются все, и там если быстро не убить босса, то там никакие хилы не прохилят. Да, потому что смотри, мы гильдейским рейдом пришли, мы убили его, и у нас вышло 3 пачки жуков, а 3 пачки это 12 жуков. Вот. И суть-то не то, что в жуках, им как бы и станы надо продолжать давать, а суть в том, что за это время как бы и ДПС там не хуёвый, а ДПС вот в рейде, который у нас был, он поменьше. Конечно. Там надо, чтобы, блядь, все хуярили, как РКМКФ по десятку, по 11, блядь. Чтоб на местах там, где 15-16 место, они были тоже 9 там хотя бы, а не 6 там, не 7 никак. Это не ДПС для ИВК. Так, каменной кожи, исцеление поставлено. Сила природы не надо же так, где воздух. Этот, Энх, что ты ставишь? Какой тотем воздуха? Я, короче, гнев воздуха поставлю. Так, ну я на скорость ставлю же. Ты какой ставишь название? Нечистота ветра. А, ну все правильно. А нахуй вы ставите на скорость, блять? У нас ФДК в рейде. ФДК есть, да. Посмотри, может какой другой может. Ну вот, я на скорость поставлю. Что происходит? Что происходит? Где? Вайп. Ебать, кто зашел? Батя, аж Катя подавилась. Да не надо его банить, просто бьет косты. Ну, отольем. Что, пиздец, я сломался. Тебе джипса поставить? Нет, я сломал, слушай, забанили, блядь, элементарь. Поем тогда, похуй. Приятного. Офигов. Ну, Энг, короче, смотри, сбивай один, этим. Один, третий, следующий. Энг там все может сбивать. Молки, а у нас происходит каражан с андролом на Войда. Бать, я знаю. Что, в ВК-25 что ли пойдете? Нахуя сколько? Я зашел смотреть твой позор. Позор? Сейчас на осмотрителе посмотрим. Ну сколько? Ну 1012 дам, да, надо смотреть. Что за франкела в рейде? А это протовар на танке! Это топовый протовар сервера. Да чего вы, блядь, так быстро его скрили на вас, как Еройка? Еройка, блядь. Еройка, это, блядь, бичуган такой, да? Мелкий. Он же мелкий вроде. Да. Я помню его в начале. Он вообще стал гильдии был. И, короче, дедкор для гильдии создал. Его хуесосили, он начинал там мутать людей, там кикать. Я взял дедкор, чтобы... Он обиделся и ревнул с гильдии. Я говорю, ну и пизду тебя. Что за розовая полоска в рекаунте? Типа Нида, Ретрик. Розовый пацан. Куда пришел? Каски нам дают. Опять народу. А где Анхолер? Зайдите из-за угла, выйдите от, блядь. Выйдите оттуда сюда, к звезде, к тотемам, ко всей этой хуйне, не вижу. Валера этого. Пишет, ебать народу, столько бы в льду 25 приходило. Блять, Кен. Че вы там за углом встали, вам что там интересно? Идите сюда.
пиздец. Там и тема бы близко. Тут заебись стоят. Короче, я пока тебе еще пачку веду. Надеюсь, босс не сагрится. Сука, страшно. Ой. Кенда постоянно пиздит. Что она выливается? А, ну ему и сбрасывать нечего. Раскола нет, а тот хуй не сбрасывает. Что рыба будет? Что за РЛ ебать без рыбы? Хуёвый РЛ. Зато с нормалом. Даже Монки ебать справился с этой задачей. Кто справился? Монки, блядь. Рыбу поставил? Кто это и справился, в принципе. Я такой, я бичуган, блядь. У меня какая-то рыба где-то лежит, блядь, но она обычная, типа. Это дома, в холодильнике. Не, не. В этот гизбанк свой есть, там у меня эта зеленая рыба лежит. Зеленая это не протухшая. На Новый год, а? Строганину приготовили эту новую? Че, не понимаю. Завтра будем готовить. Нахуя что-то готовить? Какой сахар? Ты покупаешь в магазине? Я просто... Монки, просто завтра РТ нету, завтра весь день свободный, так что лучше завтра. Сегодня РТ есть. Че, Войт, все под жопу, да? Да, конечно. Так, ну, здесь особая хуйня, смотрите. О, он холи. Так как вы, я не знаю, есть у вас Оман, нет. Ну, типа, когда начнется прилив, я, конечно, дам геру, блядь. Ну, блядь, дело в том, что убивайте искру сначала, потом уже босса. Ну, похуй, там, два прилива этих будет. Просто про товару его, во-первых, пиздить не будут. Его на гроб будут очень мало набирать за время прилива. Вы дохуя наберете. Если кто-то обгонит его там, то придется, блять, ну я скажу, короче, постараюсь вам сказать, чтобы вы стопнули. Ну имейте тоже в виду, сами как-то об этом тоже думайте. Потому что, о, рыба нихуя. Если будет босс ваншотать людей, ДПСеров, мы просто вайпнемся весь на этом боссе. Чтоб такого не было, надо будет стопнуть. Угу. Ну там смотрите сами, Оман, у кого есть, у кого он есть, а так тысячу я скажу. Клиент не забывает про клядя стихию видать. Кроме тебя его никто не даст. Так, вы все кинули? Да вроде все. Че, понял? Че, в милизоне стоим или в разы? Да, в жопе. А куда? Вы герой? Да. Нет, ну обычную кару. Да Кать, ну ебаный в рот, че ты все палишь, блядь? Я бы здесь, блядь, типа, ебать, хуя. 230 варом, да-да. Не бьет никто, ждем первую сферу. Давай, куляй, вар, блядь, алло. Все, стоим везде, вот тут, в тотемах. Ждем искру. После того, как убьете искру, тогда уже начнете босса бить. А, людям плохо. Бля, можешь не бить, я не успеваю мне ничего постановить. Ну лучше бей. Ну, если ты за агро на боссе смотришь, то. Да, я смотрю. Пофиг. Смысл, я только отвечу и две дотки, видишь, вам нравится. Мага главное не проебать, Катя на нем может же не цвета ебануть. Он тонкий самый здесь. Бля, опять побухать забыл. Да ебаный я дебил. Ты сам это сказал. Не знаю. Так, ну по агру пока что Рокомокофо второй. Да он на меня бдилку дал. Да, пускай на нем бдилка будет. Ему агру поднимаешь немножко. И самое интересное будет на приливе. Ну ты, короче, знаешь, да, там у тебя вот от сокрушения, от реванша прокает мощный удар щитом. Это самая основная фишка. Только это надо отслеживать. По агронабору способности на первом месте мощный удар щитом, на втором сокрушение и 0,1 отрывом от него идет реванш. Если реванш критует, то он больше, чем сокрушение дает. Если сокрушение критует, то он больше, чем реванш дает. Ну и удар героя, он по КД должен быть. Он на четвертом месте по агроге. Следующий будет активация босса. Убивать эту сферу и босса. И еще сфера будет, ее тоже много. Не-не-не, следующая активация. Все, активация пошла. Триггера. Так, ну хуярьте. Все остальные хуярьте, ничего не бойтесь, да, пока вы далеко внизу.
В принципе, если до сотки дойдешь в этом, ты можешь... Не, он даже не дошел. Все, заебись, спокойно, можно играть. Видишь, хватает у тротуара. В принципе, ты можешь дать в Ракомакафо вмешательство сейчас между делом. Дашь, у него сразу оп и 80%. Потом откадешится, оп и 70%, блядь. И все, он хоть когда догонит. Да я еще сам скидываю. Тучка, она, по-моему, знаешь... Не она, тучка, уход тень. Ну да, уход. Она, по-моему, не скид, она, по-моему, вот ты серым делаешься. Она не дает набирать в это время. Во-первых, с меня 100% снимается босс, и в это время, пока работает уход в тень, я не набираю агро. Не, ну это вообще заебись тема. В этом плане. И все, еще одна хуйня. А он ебать там оторвался по агру, в пизду. Не буду пошли браться. А ты вообще не парься, ему скинуть тебе 10% раз в 30 секунд, это вообще клевое дело. Тебе бить сейчас вообще, ну можно, блядь. Даже, я не знаю, можно всем хуярить так, чтобы, блядь, пытайтесь сорвать с него. Сейчас мы дохуя врат, рвите, суки! Да, то есть, ну. А если будете приближаться, реально, это все видно в омане. Ну, по крайней мере, мне видно, я не знаю, кто смотрит еще в омане. А я у меня 56% я на втором месте. Да, куда-то. Это вообще пиздец. Все, хуярьте. Искру захилим. Сейчас походу должны перевести. Хуярьте сильно. Сфера поступила. Не, еще походу пару процентов подъем. Пару искр. Так, они на 15 переводятся? Да, на 15. Ставлю потом. Все, переводим. Перевели. Искру добейте и все, и босс. Ты тем на ману поставил? Да. У меня было там 40% подрезал. Ебать, это у тебя там кто-то кричит так жестко. Какой-то элитар. Я вообще молчаливая нежить, я стою хилю. Все, я опустил Ракомакафо. Опустил? В Омане. Да, его. Да, да, да. Вот эту хуйню почаще юзаю. Но это, конечно, нужно тоже в промежутках юзать, когда у тебя в КД мощный удар что. ТК, хант, маклок. Рот ебал нах. Как тебе анролы на шамана? Ну, голова еще осталась. Сука. Может, повезет? Так, что это у нас? Плечо. Шаман, давай, тебе сюда надо? Плечо, давай, давай, все сюда. Так. Это тестер на плечо. Так. Перчи вот эти надо кому-то. Кто у нас там есть? Маг? Да, есть. Угу. Серьезно, блять, три, да ебаный рот. Зачем? А нахуй, на нахуй тебе, да, на ФДК. Он жив. У меня 226, у меня все. У меня купи одна себе. Голова. Купи себе это 9. Купи себе это 9, выкини ты 4. Я не знаю, как здесь ты пробежишь, конечно. Давай пиздить мобов, короче. Пиздим. Парочку. Я тоже, я хуже по статам, но есть люди, которым нужны именно эффекты 4, а ты такой ради статопа не будет, понимаешь, это же неправильно. Ладно, решайте сами. Да не, он все равно проиграл. Если это что, СПДшники стопаете, сейчас сдохнете. Искра появится, искру все бьем. Искру обязательно бить, смотрите на этих мобах, потому что если не бить, она много ДПС наносит по рейду. Я подниму чадика. И когда вот эта искра появляется, тоже прожимает там панцирь, незыблемость, льда, такую всякую хуйню. Че, пробежим, может? Да давайте убьем. Пизду. Давайте убьем, пизду, нахуй надо. Да, вот. Давайте репутацию мне вкачаем. Да, вот этих мелких сейчас заебашим.
потом еще парочку. Если пробежим, потом боком выходит, поебемся с ними еще больше. Да. А то, блядь, где-то вайпанемся там на копыте, блядь. Прикинь, на копыте упасть, блядь. Да, понимаю. До Геры его доведем. Че, агрим, да? Ты собираешь кильки? Не, я не собираю. Давай, я поставлю лут. Каждый за себя, да? Все, собираю эти книжки. Ну, не, ты сам собирай, другим давай. Да я не шарю в эти книжки. Не, ну, просто это такая хуйня, как по мне. А я на луч буду вставать? Ой, в принципе, можно. У тебя тучка, у тебя заебись. Тогда мне книжку на сопрот магии надо. О, молимся на лужу. Сейчас буду прямо все пальцы скрещу, которые возможно. Да, что на нем молиться? Тучка есть у ШП. Он не сдохнет никак вообще. Да, ваншот. Плюс степанида есть, он может каплю кидать. А там, если ты... Вать, пока не беги, подожди, я подниму. Лучше кидать, тебя ваншот. Там у кого-то джипс был, если я правильно... Да, могу поставить. Все в говне абсолютно. Поставила джипса. Давай, чинимся, так, чинитесь да. Все. Все в говне, ну ты это, тряпочкой продери, говна не будет. Ебать. Хай, ваши шутки, да? Шуточки. Что, Жень, найдешь мне, если книжка будет на хила тогда, пожалуйста? Вот мне делать нехуй, книжку мне. Так, смотри, там моб идет. Жень, ты, конечно, не дамажишь, позабирай книжки, ебать. Сюда гроз моба нахуй. Ну, оторвись, блядь. Так, что там, какая сейчас будет директива, блядь. Милики, стоп, дамаг. Ждем искру. Стоп, ДКшник, не бей моба. Сдохнешь сейчас, блядь. Искру бьем. Ай, бля, почти сорвал. Вы сдохните, ДКшник, блядь, не бей моба, когда на нем баф. Ой, какое нахуй, я даже отбежал, чтоб ты вмешательство не дал. Эс, это СПДшники, блядь, стопуйте там все. Локи, ну вы знаете. Ну, блядь, искра ебаная. Ну, книжечка, что там у нас? У нас Горный Кролик. Второй, вот второй это, моб. Мне это не нужно. Так кого убиваем? Черепокс, а? Черепок бьем. Давай, этот самый. Искры будут появляться, смотрите, надо будет. Тебе это нужна, да, Жень? Ну да. Смотрите, дам, у нас два моба, бейте только череп. Кливом не бейте. Добьем. М, Р, М, Р это хант, М это милики, стоп дамаг. ДК не бей. Искры бей, искры бьем. Блять. Покидай щитки, Женя. Блять, отвалимся нахуй сейчас. Все, щиток кинул. Или бим на ХП можно дать. Да нормально. Бля, батька сейчас спас. Угу. Ну то что подохнем все, блядь. Искра бьем, искру. Ну все, народу немного, хилик легче. Ну да. Да будь здоров, кто-то там. Спасибо. Ой, это милик, я их не бей. Кать, ну ты вот знаешь, как, кстати, не получать урон от искры? Угадай с одного раза. Отойти. Не хилить? Отойти, блядь, вижди, я стою, я ноль урона полутал. Искра вылезла. Ну вот пиздобал. Пиздобал, что в оранже она не дамажит? Еще одна искра. Урон полутал, полутал. Остальные... Покидайте тело, телепорт, смотритель, библиотека, и бегите к нам. Черепок добиваем, сейчас остальные подбегут. А чё, как второго задели? Фу, бля. Да я... Мани? Ой. Я за тебя.
Я бежал по ступенькам. Ну, ты просто не смотрел в этот момент стрим чей-то и все. Да, заебали чисто. Заебали в натуре. Искру, искру, Иран. Кто-то подошел, уже стреляет. Ебать, я там... Да, ё. Только пришел. Только пришел и бить стал, да? Моба, который отражает в тебя урон. Ты это понимаешь? Там на нем баф есть. Надо навести мышку, прочитать баф. Что да, баф. Написано. Ну, баф, ты баф. Ну, для него, для моба это баф. С, СПД. То есть, значит, те, кто наносит урон магией, заклинаниями, стопают дамаг по этому пидору. Тут дамажит только искра, и обратка в вас идет с моба. Танку вообще попу, стоит, живет бесконечно. Да. Ой, бля, ой, сорян. Чуть не отвалился, да? Бля, еще точку всего вовремя дал. А стебанита ленивая жопа. Стебанида? Не да. Стебанида. Оба так-то почаще играют, чем это. Чем какой-нибудь Монки. Так. Да. А чё вы там на Легионе? Ну Монки просто на Легионе сидит. Чё там на Легионе забыли? Чё там интересно, что ли? Наверное, да. Качество. А чё вам, на ЛК тоже интересно? Блять, как-то я не... Мне знаю. Да, я тут в принципе только месяц-два от силы. Для меня это все новый контент. Хуя сюда, нет, больше. Да. Мне по сравнению... Я в принципе в Каргер в первый раз пошла. Вот это вот все, что сейчас происходит, я хожу в принципе в это все в первый раз. Так это круто. Первый раз, первый забери. Класс. Я думал, ты мне денег хочешь кинуть. Не, у меня всего 4 денег осталось. Заебал! Кто? Ты, блять! Да я вообще, бля, людей в гильду добираю, тебе скажут, нахуй. Думаю, стрим смотрит. Смотри, я тотемы на стол поставил, нахуй. А, кстати, Жень, вот этот чел, который ты сейчас забрал, он же был в нашей гильдии, он в этот же день вышел, когда ты его добавил. Ой, вообще похуй. Че, пуляю? Конечно, пуляешь. Че стоишь? Мы тут, видишь? Черепок все бьем. Танк не танкует. Ай-яй-яй. А нахуй ему это надо? Набирай на черепке. Черепок бьем, когда мало хп будет, дашь ударную или точечную волну по ней. Стан дам. Все, давай. Теперь крестик бьем. В крестик дам ударную. Сука, если выпадет опять на ДК башка, на. Я с тобой больше ходить не буду. Это я третья КД или четвертая уже, блядь. Два только на ДК. Угу. Хуйня, почему у меня, блядь, две руны нахуй хотят активироваться? Не хотят? Какие? Счастливости, да, они, блядь, просто не активны. Да и похуй на них. Посмотрите, типа, блядь, таланты его кто-нибудь. Талант? Не понял, они не прожимались, я нажимал... Когда они прожимались? Всегда? Это баг, бывает. Это баг. Когда они прожимались? Ты скажи, всегда они прожимались или как? Конкретно. Тебе нужен LFI интерфейс, чтобы все работало. Тебе нужен не LFI интерфейс, а тебе нужно немножко терпения. Есть определенная КД у рун. Алло, блядь! Во! Они раньше времени не откдешатся у тебя. Да. Короче, немножко прерываешься, ну я не знаю, еще раз скажу, вот ну, у рун есть определенный КД, сколько там, 6 знаю, или 8? Знаю, что у рун есть КД, я не план, что у меня руны в КД, хотят сжаться, они были не в КД. Это визуальный баг, на самом деле. Это визуальный баг, да. Сколько ты да просто дырус. Сколько ты вов играешь? Он на цирку. Я только сейчас, ну, блядь, месяц. Ну и все, это визуальный баг, понял?
Вы уже 4 раза это сказали уже. Тебя где-то наебывают. А не, никто не наебывает. Вот это всю LVE, вот это всю поебень нахуй не надо. X-Perl не ставь. Слышь ты. X-Perl не ставь. Сильно тут дамажит, пиздец. Да, попробую сейчас. Сбивайте каст. Вот там ударная волна есть, в принципе. Хотя LVE, вон, по давану не помог. Он как был дурачком, так и остался. Ты охуел? Почему дурачком? Ты чё так любя ко мне негативно относишься? Это любя же, ты чё? Да. Короче, ставь аддон. Топовый аддон Вуду ставь. Топовый, он номер один в мире. И каждому своё будет. Да не знаю. Вуду топ. Все остальные аддоны хуйня. Ну это в мире, понимаешь? Это же, ну, не только я так говорю, это... Какие аддоны? Я, блядь, на стандартном интерфейсе играю. Какие аддоны? Я видел. Ой-ой-ой-ой, началось вот это вот... И стандартный интерфейс — это полное говно. Ну блядь, да, ладно. Видели бы вы мои видео, когда в 2015-м я только начал снимать это все. Тех видео за 15-й. На... как оно, блядь? На OnlyFans снимался? Нет, так же на Bandicam, блядь. Просто там тоже интерфейс охуенный был, блядь. Там нихуя не было. Я не знал, кто в рейде танк, кто что, у кого сколько хп просаживается, блядь. Ты не знаешь, что такое OnlyFans, да? Нет. Bandicam — это старый OnlyFans. Bandicam — это топ-прога, нахуй, мне похуй. Я знаю, что такое Bandicam. Я знаю, что такое OnlyFans, да? OnlyFans. Я знаю, что это только фанат. Английского переводится. А Bandicam хуй знает, как переводится. OnlyFans — это... это ВК. Порно, да, сайт. Не, я такого не смотрел. Не знаю. Только с ним пытался. Чё, сейчас кондёр выпадёт. Есть он в игре? Я есть. А, вроде был. Куда не вошёл. Убиваем Пета. Пета убиваем? Конечно, убиваем. Где вар? Похуй, он на ФК написал, одну минуту. Похуй, пуляй. Дверь не закрывается все равно. Встаем все в звезду вот сюда. Чтоб мобы не бегали никуда. Пета, бейте, сука. Зачем вы копыта бьете? Я бью Пета, что-то нервничаю. Геро? Сука ты, мразь, блять, ебаная игра на. Че, вылетел? Свернулся? Да не, в цепи попал. Че попал? А он это кашет. Да он и так проиграл бы по ДПСу, че он волнуется, ман. Похуй, зато посуду помыл. Да какой тут ДПС, вон, блять, мобов бьют. Старайтесь больше по боссу играть. Я их уярю, это пыткой. Мобы, они от побочного урона умрут. Здесь что там? Шаман тотем ставит, да? Кент. Ну и семечку можно кидать, как только у тебя. Вот сейчас мобов, смотри, их штуки 3-4. Вообще ауе нет смысла давать. Вот такой 510 мобов. Тогда да ебаный стыд! Можно проказ дать. Отдыхай. А чё у него там что-то не курит? Чего в этот, в цепи зеленый кидает? А, блядь, понятно. Ну лох, чисто. Согласен. Так этот был еще видос-то этот. Лох, пидор, лох, каску. Степанида, дай каску по вару. Пожалуйста. Будете в гере умирать в полах, так я тоже на вас пиздень буду. Будешь кричать, лох, пидр, да? ГП тебе, блядь, минус кролу, нахуй. Там, кстати, хуярят они, ебать, больше половины хп. То есть тебе ёбнули, ты сферу собрал, ёбнули, сферу собрал. А если проебал один касс, то... Жень, радуйся, не ты теперь. Там жестко, да. Я помню, я собирал сферки фуриком. Сферки на фул, конечно, отхиливают, но проебал один удар, все, прощаемся. Угу. Там флосмагов обычно то закидывают. Успокой копыта Кенда. В цепи его, пожалуйста. Бля, ебать бесов, кстати. Можно и покидать уже?
Да, если вот столько выходит, все, проказ дали, все, их уже две штуки осталось. Все, теперь боссов верьте. Нет. Нет, да, нахуй. Все равно. Что-то вы медленно убиваете его. Все равно иссушение хуярит. Блять, это. Ну. Это ДПС, блядь, чисто по трэшу, блядь. Мак аж на 6,5 на трэше дает. Немножко и Франкела его обгонит. Всего-то косарь. Один кусок мне остался на мишку 4-4. Типа не добавлю, но хорошо. Хочу потестить 4-4 на этом. На вот этом копыте ебаном. На мишке? Угу. Хочешь всех ДПСов перегнать? Ну всех-то я не перегоню, но парочку может перегоню. Ну я как-то был еще давно, месяцев. Месяца три назад, может. 13 000 что ли давал. Ну на третьем месте или на втором был. Тогда еще поменьше давали. Когда еще в льду ходили, блин. Кондёр, да? Да по-любому. Я его один раз видел всего лишь. Я вообще вроде не видел. Вон, посмотри, меня смотри. Эй, это чтобы выпадал с босса. Кому тут кондёр надо? Как много кондёров. Ой, да, что там? Плащ с духом, скорость. Там если что, лут каждый сам за да, себя. Да, заберите кто-нибудь. Кому надо, заберите эту хуйню всё. Пять. Катя. Плащ надо кому? Где-то тестим. Это что-то на энха, да, в принципе. И это по-моему... Нет, это не на энха, это говно собачье. Говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла. Грязь из-под ногтей, блядь. Иди сюда. Да я просто шарю, да, ПП ему собирать, это нет вообще смысла. Иди сюда, ты говно жопа. Мать твою говно собачья. Я выебать хотел, да я сам тебя выебу, блядь. Это было травм. Ой, такая крыжатина, пиздец. История любви. Кровь и бетон. История любви, блядь. Это сейчас тактика на Мороза в деле была. Да, это была тактика на Морозе. Мы репетируем, в принципе, блядь. Не, мне знаешь, что понравилось? Вот такой телек берет. Эй, говорит, ты поставь мой телек, говорит, а тут его бросает, блядь. На пол, блядь, ты, говорит, член вонючий, говорит. Сука. Да. Пельмец. Я его не смотрел никогда, только начало, блядь. А чё? Мне бы еще эту, гнев титанов. Горят, работает, наверное, но хуй знает, не уверен. Подходите сюда, сейчас этот... А, он далеко, пошли, заходим. Хули. Подходите. А, косты кто бьет? Косты, энх. Так, энх, бьешь все тайные стрелы, только надо бить каст первый, который идет, подготовочный. Фрост ДК, бьешь ледяные, вот эти ты бьешь, энх. Только не вот это, когда он начал уже кастовать, а подготовку к ним. Иначе он ману потратит. Фрост ДК Фрост, вот эту бьешь, это твой. Ну и кто там еще? Фурик, ты бьешь фаер. Огненные стрелы. Все касты надо сбивать. Проебали каст. Алло, блядь. Фурик. Отлично. А он два подряд бывает, да? Это да. ФДК. Да, бывает. Ну ничего. Так, вот эти вот. Не сбил. Ачивку да. На эти косты не сделали, все. Дело не в ачивке. Дело в том, что когда 20% маны у него будет, он будет нас превращать в овцу. Если в этот момент мы будем под венцом или 4 моба будут нас расстреливать, мы просто выпанемся, блядь.
Гери тоже венец есть, если что, ребят. Самый сложный, блядь, способный. А я нихуя не буду сбегать, буду смотреть просто. Все, стоим, от клавиатуры в руки убираем. Не прыгать, не бегать нельзя. Иначе все сразу умрут. Фу, я все в мелизоне. Жень, 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 стопорника ДПС. Так, сделай вмешательство. Прям сейчас. Ага, да! Хуярю, бля. Потом будет вмешательство босса в нас, блядь. Вмешается, блядь, что мы сегодня... Анальное вмешательство. Да. Или еще хуже. Так, а Гера тебе? На рану уже. Что-то на этого, на гнев. Беги, малышка, беги. Не за что. Спасибо. Где-то на 40% босса появится 4 моба. Лог законтролит одного хилом, одного баном. Остальные два старайся таунтить. И этот Энх. Ладно, в принципе, не парьтесь, я постараюсь позбивать одному хайпу. Вот, а у нас же еще может ДК вызвать из этих. А, нахуй не надо этих ПМЖ. Прибегут нахуй других этажей люди. Да, прибегут нахуй, полон стамблин прибежит. Я фернул там кого-нибудь рядом. Ну, главное, чтобы они это, не отпиздили кого-то. Меня пошел, не любят пиздить. Пошел у нас по ДПС, что, один босс без мобов, все, блядь. Закончили. Все, да. Потаван, а ДПС покажи. А у меня что-то скада сломалось, я хуй знаю. Могу я тебе ДПС показать? Ну-ка, блядь, нахуя мне звоните? Надо стрим включить. Я его выйду. Там вроде кого-то еще должно быть, не? Промахнулся по мне босс. Так, скоро элемы будут. Смотрим. О, венец, не двигаемся. И элемы сейчас будут, осторожно. Вот они, пидоры, появились. Так, одному каст сбил. Надо Катю не проебать. Себя сразу жизни цветы. Да я попытаюсь выжить. Только тут только тебя надо будет сейчас. Да тут Кент мою жопу спас от одного, так ж пойдет. Так, венец кончился. Руки расслабляем. Они минуты вроде как бегают. Тень засранца. О, не двигаемся. Не двигайтесь. И мне сало еще дали, блин. Хватит уже не текст на экране, бля. Текст? Да, дохуй. Ща, в доллара не прыгну, вайпну всех. Ты нихуя ты как прыгаешь там. Так, давай посмотрим. О, венец. Даже когда босс умрет, не двигайтесь. Стой. А, бля, это не венец. Ебать. Ой, нахуй. Сука. Нихуя я хуйню сморозил. Я думал, венец. Мы тебя поняли. Ну, смотрите, латыки бегут. А хули вы бегаете, думаю. О, дайте плащ. Пожалуйста. Кому? Энху. Энху. Ну тут еще и вар хочет, пусть паральнут будет. Налобность. Плащ. Че там? Там в принципе пробивания брони нету, вару это хуйня плащ. Вар, ты уверен, что эта хуйня тебе нужна? Я был не в чем так уверен, как в этом.
У него 219. Вот это обоссанное плечо надо кому-то. Метка скрит. Как? У меня 213. Ну все, будешь. Блин, Вар, там с Молчезара плащик силовой падает. Меткость крит. Да, еще махнемся. Если что. Упадет, говорит, отдам, не упадет, пошел нахуй, да? Вариант хороший. Я Вар, моя бить, блядь. Если я буду ловкий, то буду бить и ловчее, блядь, два раза, да? Минит ловкость, нахуй. Ты знаешь, каких варов я видел на циркуле? Они одевали с леди ЦЛК 25 гер, они одевали этот штаны, нахуй, кольчужные, блядь, с интеллектом, нахуй. Ебать, там ловкость, там крит, РП, блядь, три дырки, и они одевали, о, говорит, топ, это бис, говорили, ебать. Я на них смотрел с жалостью на лице, блядь, ну, ебаный рот. До чего люди докатились? Кольчугу одевают, синтеля. А они слюни не пускали при этом? Может, и пускали, блядь. Ну, там была такая история, челик, короче, на профе. Короче, прилетает пельмень, он падает. Ему дает БР, он встает, еще пельмень прилетает, он падает, блядь. Потом он юзает вставалку на шамане, прилетает у него пельмень, он падает, блядь. И причем все это в долю секунды происходило. Мы орем, блядь, похочем над ним, блядь. А потом оказалось, короче, этот челик, у него, короче, слюни изо рта текут, и ему мамка еду с ложки подносит к рту. А у него слюни изо рта текут, блядь. Не, ну это шарты, я так примерно варов и представляю. Это, да, это черный юмор на самом деле, ну блядь. Черный пиар тоже пиар. Да. Черный тоже видел. Какой-то видел. Черный нигер — это черный нигер. Нигеров вообще нету, есть только афроамериканцы. Согласен. Либо африканец, либо афроамериканец. Просто вкинули, короче, что там. Челик, типа, валяется раком, и у него в очке лут. Я говорю, бля, потому что черный. Там реально черный был. А есть афроазиаты еще или афроевропейцы? Ну, есть мешанные. Метисы. Значит, что это? Слияние народов. Как Сталин хотел. Я не знаю, как Сталин хотел, когда не жил. У него дружба народов была. Вот, тут мучения аборигенов валяются сейчас. А представь, там надо кому? Российская хуйня какая-нибудь написана, пропаганда, блядь. Ты читаешь эту книжку, а там, блядь, нигеры, что-нибудь еще такое, трансгендеры какие-нибудь, блядь. У нас, ну, чурки вместо нигера. Ну. Ну и чурки — это такое, типа, представителям этой расы, которые себя ведут неадекватно. Есть нормальные кавказцы. Ну да. Это который в Стопхаме, да, этот чувак? Я, говорит, кавказец. Смотрели же Стопхам? Ну, знаешь, что такое, но этот выпуск не смотрел. А там, я их особо и не смотрел, выпуски, я так чисто как-то раз залип, думаю, блядь, прикольно. Мне бы гнев титана где-нибудь высрать. Гнев титана? Есть у кого-нибудь? Это фильм какой-то был, блядь, гнев титана. Да, там Персей пиздился. Там этот Генри Кайл же играл, не? Ну, я уже не помню, наверное. По-моему, он. Не Карифан такой говорит, о, посмотри, говорит, там Генри Кайл. Не-не-не, он там не играл. А, Супермен. Он другой, да? Там же этот, по-моему, играл, блядь, который... Джон который... Стоун. Да. Не. Который, да, этот... трахал сестру, да? Вот этот. Да их там знаешь, сколько, блядь, трахается. Была бы у тебя такая сестра, как у него, ебать. Ты бы ее тоже трахал, да? Да.